динозаврик, ты где? Ну-ка, давайте спустимся вниз, мы назад еще можем отъезжать. Нам главное... Вот он! Ай, быстрее! Вот теперь я насмотрелся на него. Главное, чтобы он нас теперь не сожрал. Так, давай, поехали. Динозаврик, давай, ты не догонишь меня, смотри, какой я шустрый. А вот патрончики, патрончики, иди сюда, чувачок. Да, крутяк, сейчас мы замочим всех пришельцев, монетки соберем. Давай, 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 есть, ребята, мы нашли ключик и теперь, ай, мы его не можем отсюда взять. Как-то все очень даже странно, я бы сказал. Мы стену разломали, ай, черт, 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 нет! Привет, ребята, с вами Мобик, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Aliens Drive Me Crazy, что переводится как «Пришельцы сводят меня с ума». И как я понимаю, ребята, мы будем играть вот за этого чувачочка, который сидит в желтом каком-то кабриолете спортивном. Ладно, поехали. Так, ох ты, у нас показывается предыстория, вот какие-то гангстеры едут, стреляют куда-то, а их забрали к себе инопланетяне. И вселились в них, я так понимаю. Тут чувачок сидит и наблюдает за тем, как планету захватывают. Вот это да. В общем, пришельцы тут и спустились на Землю в виде гангстеров и терроризируют всех жителей, судя по всему, планеты. Так, тут у нас управление, значит, вверх-вниз. Ну ладно, понятненько. Так, это вверх. И видимо, также вниз, ребята. Смотрите, что происходит, там мы по каким-то домам едем. Вот это да. Так, ну-ка, давай. Спускаемся вниз. Ух ты, взрывчатка. Но как-то вроде на меня это никак не отразилось. Видимо, только на пришельцев работает эта взрывчатка. А, ё-моё, упали. Так, и чё, мы куда приехали? Ух ты, какой-то небоскреб или, я не знаю, высотка какая-то. В общем, сколько здесь этажей? Я не успела посчитать, наверное, штук 6. Так, вот, поднимаемся. И что нам нужно делать? У нас жизнь одна сердечко. Ага, видимо, ребят, пришельцы захватили заложников. И нам нужно теперь этих заложников освободить. Так, и у нас, ребята, лук и стрелы, наше оружие. Так, мы заложника освободили. Давай, стреляй, черт побери. Чё-то пришелец наш тупит и смеется. Так, давай мы тебя сзади зайдем и в затылок тебе прям стрелу засадим. Так, здесь у нас еще, ребята, эти... Ай, как я монетки-то не все собрал? Ух ты, надо было, ребят, кристалл-то сшибить, и все, наш домик рухнул. Чё, монетки-то собрались? Нет, я так и не понял. Дистрикт 1, ребята, или что это было, по-моему, Дистрикт 1 написано. Дистрикт это что-то типа уровня, что ли, я не знаю. Я не знаю, как переводится это слово у нас. Так, смотрите, у нас гангстеры в машинах, что ли? Да, стреляют, смотрите, из машины. Совсем страх потеряли. Так, ну-ка, на тебе, на голову, и тебе тоже на. А, попал! Смотрите, на тебя за это, мы взорвали машину вместе с этим гангстером, который там внутри сидел. Ух ты, ребята, у нас тут появился какой-то пистолет. Вот это да, вместо лука-то и стрел. Так, мы вроде стрельнуть успели. Так, он тут два раза стрелял, и мы его замочили. Все, кончились патроны, что ли? Ну-ка, давай пойдем, может, этот пришелец нам что оставил. Что после пришельца остается? Ничего не остается, как так? Так, заложничек. Заложнички нам дают монетки, как я понимаю. Ну-ка, дай сюда. О, вот пулька образовалась. А-а-а, какой-то вертолет прилетел, ребята. А мы на крышу можем отсюда запрыгнуть? Видимо, нет. Нам нужно... чего? А, по-моему, уже ключик был в прошлом доме. Так, вертолет у нас тут кидает всякие эти бомбы. Так, пришелец стреляет в нашу сторону. Нас там нет давно. Нать, вот, ребята, мы взяли ключик. Взяли патрончик. Так, давай вот этого пришельца. Эх ты, редиска, попал все-таки. Мы освободили очередного заложника. Так, монетки. Давайте сейчас спустимся за патрончиками, пока вертолет тут летает. У нас же время не ограничено, по-моему. Я не вижу нигде никакого таймера. Эй, черт, не взял я. Так, вот мы взяли пульку. Так. И теперь нам нужно вот эту зеленую дверцу. Да, ребятки, мы поднимаемся наверх и сейчас этот кристалл будем мочить. На тебе! Мы заработали 100 монеток. Жизни у нас осталось совсем чуть-чуть. И мы поехали дальше. Что у нас тут? Дистрикт 2, ребята. Если вы знаете, как дистрикт переводится, ребята, напишите, потому что я что-то не знаю. Стреляет в стену инопланетянин. Эх, что-то я спрыгнул, да не там. За ним. Крыши какие-то кривые, кто их строил, я не знаю.
кривые какие-то строители тоже. Ай, все, меня замочил вот этот пришелец, который, собственно, мы друг друга, в общем, убили, ребята. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что мы тут получили, что мы заработали. Мы заработали, ребята, 358 монеток. Я не знаю, что мы можем купить на эти монетки. А, мы можем купить, ребят, пистолет. Он у нас же вроде как бы есть, или что? Ну ладно, 50 монет не так уж дорого. У нас здесь, смотрите, тоже пушек сколько. Шотган тут у нас какой-то, этот, кто она, винтовка. Так, здесь у нас пошли какие-то инопланетные стволы. Смотрите, какой здоровый вообще. Но он будет доступен только на 100-м дистрикте. Машинки у нас тут, ну вот это у нас желтенькая, красненькая за 20 тысяч, за 30 тысяч джип какой-то, ну дальше по дистриктам пошли. Мотоцикл у нас тут, какой-то здоровенный джип и танк, ребята, вот это да. А это у нас что? Ох ты, ребят, смотрите, сердечко какое-то. Так, это у нас, как я понимаю, воскрешение. Бронежилет за 2000, это я не знаю, какое-то черное облако непонятное. Ракета какая-то, тоже непонятно. Газ или что? А, нитро, ребят, да, ускорение это оказывается. Это у нас какой-то самолет или, не знаю, космический корабль может, какой-то большой у него этот, остекление. Так, и четырехлистный клевер, что это дает, непонятно. И какой-то сундучок, ребят, за 106 рублей реальных наших деревянных. Так, ну а здесь у нас покупки идут. А еще, ребят, мы можем внешность поменять. Сейчас мы имеем вот такого мужичка, бородатого, волосатого. Мы можем купить ему шляпу шерифа за 2000 монеток. Это, кто, я не знаю, каска викингов с рогами. За 4000 всякие головы, какие-то маски, я не знаю. Ух ты, это что, непонятно, может другой вообще персонаж. Но эти нам вообще недоступны, непонятно, кто там такие. Ну что ж, ребята, мы купили пистолет. И поехали. Нам теперь нужно накопить деньги на сердечко. Я надеюсь, оно сюда прибавится. Будет у нас второе сердечко. Как бы... Но, возможно, я не прав. Посмотрим. На тебе! Задавили мы пришельца. По крыше тут лазит, ишь. Так, вниз спускаемся. Крутяк! Нам за убийство пришельцев, ребят, кажется, тоже монетки дают. Я что-то как-то раньше не обращал внимания. Ух, смотри, сколько монеток! Все мое, давай. Катись. Хорошо, что у нас здесь... Время не ограничено. Черт, ай! Наступила ночь внезапно! Эй, монетки, монеточки, давай, давай, давай! Ё-моё, какой это тут дракон или кто это? Это, ребята, видимо, за то, что я слишком долго еду, за нами приехал дракон. Железный, или я не знаю, динозавр какой-то. Так, ну что ж. Вот у нас очередной домик. Он уже немного другой формы. Так, что мы, замочили пришельца? Нет, я не понимаю. Куда-то мы стрельнули влево, а чё у нас там? Ну, никого нету, был пришелец, сейчас вообще никого нету. Так, давай, наверх. Где заложнички-то? Чё-то вообще ни одного не дать. А вот. Так, освободили заложничка, давай монеточку нам и пульку. Да, крутяк, вертолет прилетел. Интересно, мы вертолет можем замочить, нет? Так, давай стреляй. А, у нас же здесь стена, ребята, он через стену не может. И они тоже, смотрите, в стену стреляют, но пуль не пролетает. Так, идем в другую, в другое крыло. И давайте отсюда стрелять. А, у нас кончились патроны, ребята. Мы стреляем из лука. А вот патрончики, патрончики. Иди сюда, чувачок. Да, крутяк. Сейчас мы замочим всех пришельцев. Монетки только соберем. Давай, давай, давай. Есть, ребята. Мы нашли ключик. И теперь, ай, мы его не можем отсюда взять. Как-то все очень даже странно, я бы сказал. Мы стену... Разломали, ай, черт, 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 нет! Блин, как так? Меня замочил, в общем, вертолет. Я просто уперся в перегородку какую-то, и все, не получилось у меня запрыгнуть наверх. Ну ладно, поехали, повторим. Так, давайте побольше разрушим. Может, монеток здесь на крышах пособираем побольше. Так. Я хочу динозавра этого посмотреть просто. Динозаврик, ты где? Ну-ка, давайте спустимся вниз. Мы назад еще можем отъезжать. Нам главное... Вот он! Ай, быстрее! Вот теперь я насмотрелся на него. Главное, чтобы он нас теперь не сожрал. Так, давай, поехали. Динозаврик, давай. Ты не догонишь меня. Смотри, какой я шустрый. Но, видимо, не такой шустрый, как ожидает меня этот динозавр.
Да, ребят, ну что ж, мы приехали к этому домику с половиной сердечка. Я не представляю, как я все это буду проходить. Мне кажется, я сейчас опять провалюсь. Ну вот, чертов этот вертолет прилетел не вовремя в прошлый раз на мой этаж и, собственно, замочил меня. Так, заложников освобождаем пока что. И монетки собираем. Так, чего? Давай, гаси, гаси, гаси! Эх, успели, ребята, успели. Все, собрали ключик. Теперь... Нам можно наверх, что ли, подниматься, но заложника-то надо как-то освободить, иначе он вместе с домом развалится нафиг. Так, патрончики собираем. Вертолет там куда-то шмаляет, нас там нет давно в помине. Такой медленный чувачок вообще, главное теперь не напороться опять под этот, под ракету вертолета. Давай-давай, гаси! Так, заложнички, смотри, сколько мы патронов насобирали уже, крутяк! И все, теперь погнали. Ах, я забыл, ребята, сквозь стены мы не можем проходить. Ты хорош пули трать на вертолет, он мне не упал никуда, не уперся. Нам нужно срочно на крышу. Сейчас вот этого еще загасим. Давай, давай, давай. Есть, крутяк. И все. Все, ребят, мы прошли этот уровень. Нам осталось теперь вот этот кристалл только разрушить. Да, круто, 100 монетку мы получили. Я надеюсь, у меня сейчас-то хватит уже наконец-то на это сердечко, на второе. Или не хватит, я не знаю. Ну ладно, давайте будем играть сейчас до смерти, а потом уже зайдем в магазин и, возможно, купим себе... На! Машины какие-то, иди сюда! Ух ты, смотрите, из них кто-то стреляет там, а? На тебе! Да, взорвали мы эту машину. Разломали, развалили... Вот эта толпа, ребята! Да, все, меня все-таки замочили. И мы монеток еще успели пособирать немного перед этим. Так, ну что ж, теперь на сердечко точно хватит. Да, даже не 500, а 600 монеток. 650 почти мы насобирали. Так, сердечечко, иди ко мне. Так, и погнали теперь по новой. Дистрикт 3, ребята. Надо поближе подойти к этому чувачку. Да, не успел он ничего мне сделать. Главное, мы на машину упали. Эх, куда поехала? Смотрите, врезаются друг в друга. Ха-ха, балбесы, блин. Так, ну что ж, ай, давай, давай, чувачок, монетки, столько монеток. Я не успел, не успел. Но все-таки меня кто-то задел, ребята. У меня два сердечка уже не полных. Так, ай, черт, полтора сердечка у меня уже. Куда поехала? Да, ай. Главное, чтобы он оттуда стрелять не начал. Да черт побери, мы приехали, ребят, с одним сердечком. Смотрите, сколько здесь пришельцев! Вот это жесть! Вот это жесть! Я не знаю, как я все это буду проходить. Так, ну ладно, давайте прыгнем. Теперь вниз, быстрее! Так, сколько ты? Два раза выстрелил, и все, успокоился? Так, давай, 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 загасим! Освободили заложничка, мне патрончик тебе. Патрончики бы мне бы где? Мы взяли ключик, ребята. В принципе, нам осталось освободить заложников. И можно, в принципе, уже лезть на крышу. Так, расстрелялись, смотрите. Да хорош вы стрелять-то. Меня там нету уже. Давно. Так. Все, у нас кончились патроны. И кончились патроны же, ё-моё. Появите патроны где-нибудь, пожалуйста. Черт, побери! Ай! Ай! Меня сейчас замочат! Я со своими этими луками, стрелами! Все, уделали! Уделали! Ну, дом у нас, конечно, немного странной формы, и здесь было сложновато. Мне бы доехать с двумя полными сердечками до этого домика, и тогда будет круто. Можно повоевать. А так, одно сердечко у нас осталось, и этого очень мало нам не хватило. Просто огромная куча там пришельцев была. Так, ну что ж, поехали по новой. Дистрикт 3, давай, часть 2. Вот, смотрите, перепрыгнули. Так, ай, черт, попал! Попал в меня этот гангстер на машине. Ой, и что это в каком-то замедленном действии, ребята? Черт, черт, на тебе! Да, задавили. Все-таки от сердечка мы немножко жизни у нас отнялось. Ну-ка нафиг вас, да что такое-то вы, редиски нехорошие какие, а? Пришельцы, блин. Так, у меня уже полтора сердечка. Это как бы лучше, чем в прошлый раз, но все равно этого, мне кажется, будет маловато. Вот этот домишко у нас, мы наконец-то приехали. Патронов бы, вот патронов.
почему они появляются в каких-то странных, вообще непонятных местах, где меня в помине нет. Так, ну-ка. Так, давай вот этого сначала одного замочим. Так. Давай, заложника освобождаем. Ай, черт, попал. Так, перепрыгиваем пули. Ой, все-таки попал, все равно. Вот, еще у нас пулька, давай, собираем. В прошлом, этом, многоэтажке, там у нас сколько было? 24 патрона, по-моему, насобирали. А здесь что-то нет, ничего. Так, вертолет у нас летает. Давай, гасим вот этого, гасим, гасим, гасим. Ой, посмотрите, пуля где появилась. Как ее взять-то должен, я не понимаю. Так, ну что делать-то? Все, давай, мочим, мочим, надо нам по одному мочить. Так, давай, давай, еще. Давай, еще. Ай, черт! Пулька, мне нужен ключик, ребята. Этот ключик у кого-то из пришельцев. Так, ну что, сейчас мы будем... Черт, вертолет! О, пульки, наконец-то! Нормальные человеческие пульки. Есть один готов. Вот, все, мы нашли ключик. Заложников мы, по-моему, всех освободили. И погнали наверх. Сейчас мы будем рушить домик этот, да! Че, заложники все, все, ребята, всех заложников я освободил, крутяк, никто не пострадал. Ну что ж, давайте, ребята, думаю, на этом сегодня и закончим. Мы перешли на какой? На 4-й, по-моему, дистрикт. Вот такая вот прикольная игрушка. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а с вами был Мобик, до новых встреч, пока-пока.